Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Мой друг динозаврик. Спасибо, Корней Корнеич, за рассказ. Эти динозавры такие удивительные. Да, жаль, что все уже вымерли. Посмотреть бы на них. Ага, разбежался. Стали бы они ждать, пока ты их рассмотришь. Ну а вдруг, ребята, где-нибудь все еще сохранился какой-нибудь динозаврик? Никак не могу отгадать, Лунтик. Ящерица какая-то. Крокодильчик с бантиками. Сдаемся. Я хотел нарисовать динозавра, но у меня не очень получилось. У него крылья побольше, а на спине гребень. И весь покрыт чешуей. Только на грудке кожа мягкая, как бархат. Ой, ну надо же, какой знаток. Да, знаток, потому что я его видел. Живого динозавра видел? Где? А ну показывай. Не могу, я его еще не совсем приручил. Это ж последний из динозавров. Он прячется и никого к себе не подпускает. Он очень большой. А он как дракон умеет летать. А что он кушать любит? Смотри-ка, укротитель динозавров нашелся. Ну и где он прячется? А? Покажи нам его. Да, покажи. Ну и ладно, ну и не верьте. Все равно мой динозаврик самый лучший и любит меня. Только я знаю, какой он хороший, добрый, сильный. Это ничего, что ты мне не показываешься. Я-то знаю, что ты есть. Ты мне снишься каждую ночь. Мы будем крепко-крепко дружить. Я вот поесть тебе принес, попробуй. Ну ладно, когда-нибудь я тебя увижу наяву. И пускай все смеются сколько хотят. Вот как! Жучок просто придумал себе динозавра и очень мечтает с ним встретиться. Надо ему помочь. Эй, ты, любитель динозавров, подкинь мячик. Хватит уже его задирать. А чего он врет все время? Нет никаких динозавров. Нет, есть динозавр. Я тоже его видел. Ты? Да, я вчера вечером заблудился. Вышел к какой-то пещере. И вдруг в темноте грохот, скрежет, огонь полыхает. И кто-то огромный как залетел. И я так испугался, что тут же убежал. Везет же. Где эта пещера? Пока сам не увижу, не поверю. И я! Устроим засаду! Устроим! Страшновато. Только я дорогу плохо помню. Убегал ведь в темноте. Я покажу. Ну где он там, динозавр этот? Тихо! Долго еще ждать? Эй, жучок, проснись! А где этот твой друг, динозавр? Ты можешь ему сказать, чтобы он не ел нас? Мой динозавр, он улетел. Можете не бояться. Когда-нибудь он вернется за мной. А пока оставил мне на память свой зуб. Вот это да! Везуха тебе! Классный! Вот повезло! Здорово получилось, деда! Тяжело было лететь на этой штуке? Ха-ха! А я еще в неплохой форме, оказывается. Спасибо Корнею, помог все это соорудить. Ты отлично справился, и Шнюк постарался. Звук был, что надо. Да и ты, Лунтик, молодец. Зуб как настоящий. Эх, прекрасное получилось представление. Да, зрителям точно понравилось. Так Лунтик с помощью взрослых совершил для жучка маленькое чудо. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Все-таки друзья. Пупсень, пупсень, не надо сорить. Приберите за собой.
А знаешь, Пупсик, что-то надоело мне здесь. Поесть спокойно не дают. Ага, приберите, не шумите, не топчите. Ведите себя хорошо. Одни упреки и указания. Всем мы мешаем. О! А не уйти ли нам в соседний лес жить, а? Да! Сюда! Привет, малышня! Прощайте, малышня! Мы от вас уходим! В поход? Навсегда! В соседний лес! Ой, о. О! Пригодится! В дороге поиграем! Эй! Не скучайте тут без нас! Скатертью дорожка! Ведите себя здесь хорошо! А мы пошли вести себя плохо! Вупсень! Пупсень! Пусть уходят! Наконец-то никто не будет нам мешать! Никто не будет обзываться и делать всякие гадости! И никто не будет топтать мои куличики! Смотри, Пупсень, какая здесь трава густая! Ням-ням! Фу! И жесткая! И вообще, здесь все странное такое! Да ну тебя! Вон, смотри, какая отличная полянка! Пупсень, помоги мне! Спаси меня! Держи! Ой! Да, помнишь, чего они только не вытворяли? А эта песенка их смешная. Мы не такие глупые, чтоб в ерунду играть. Траву мы лучше будем есть, чтоб бабочками стать. И они такие молодцы. Все время вместе, помогают друг другу. Пупсень! 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 Ква! Пупсень! 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 Ой! Пупсень! Пупсень! Ква! Ни слуху о них, ни духу! Не думал, что когда-нибудь это скажу, но парни они неплохие. И вообще, они нам не чужие. А я просто за них очень волнуюсь. И я. И я. Я есть хочу. А у бабы Капы сейчас пироги. И малышня чай пьет. Ой. Там все такое родное. А здесь все чужое. Возвращаемся. Да, они же наши друзья. Пупсень, Пупсень, вы вернулись! Мы по вам соскучились! Как вы? Мы так переживали за вас! Чего это они? А пока нас не было, с ума посходили все! Так малыши и гусеницы поняли, что, несмотря на все разногласия, они все-таки друзья. Привет, я Лунтик! Я снова с вами! Жадины. Это наша. Ага. Так нечестно, мы первые ее нашли. А вот и нет, мы ждали, пока она созреет. А вот и наш обед. Это же
еще чего! Просто мы ждали, пока наш гриб подрастет. Да! Смотри, яблочки! Сочные! Наши, наши! А вот и нет! А? Ребята, налетай! Не поймаешь! Не поймаешь! Ой! Жадины! Мы первые нашли! Это наши яблоки! Чего это вы? Месть врагам! Месть! Жадины! Надоела эта трава! Эх, так хочется чего-нибудь сладенького. Гадкие букашки! Все самое вкусное в лесу слопали! А что если... Эх, противные гусеницы! Все самое вкусное съели! А что если... Арбуз! Какой чудесный! Конфетки! Хватай! Он наш! Наши! Наши! Попались! Попались! Ой! Ой! Сами вы жадины! 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 Сами вы жадины! 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 А что здесь происходит? Букашки все ягоды и грибы в лесу слопали! Это правда? Это они решили, что все самое вкусное только для них! Так ведь можно же поделиться! Не будем делиться! Ни за что! Жадины! 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 Тихо! Мы вас вытащим, но при условии. Вы не будете ссориться, а грибы и ягоды будете собирать только со своей половины поляны. Согласны? Согласны! Согласны! Это наше! Ягодка на нашей стороне! А куст на нашей! Жадины! Сами вы жадины! Жадины! Делиться так приятно! Ведь правда? Правда! Просто восторг! Какие мы молодцы! Жадин перевоспитали! Пойдем сделаем еще что-нибудь хорошее! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Не такой, как все! Что случилось, жучок? Ты потерялся? Не потерялся! Я специально отстал! Не хочу идти со всеми! Они дразнятся, потому что я не похож на них! Я не такой, как все! И у меня совсем ничего не получается! Посмотрите, я долговязик, долговязик, долговязик. Вот такой я уродился. Ну что ты, жучок?
Это совсем неплохо. Конечно. У нас в семье все похожи. И я, наоборот, всегда мечтал хоть как-то выделяться. А нас с братом Пузи всегда путали. И я очень огорчался. А я хочу быть таким, как все. Долговязик? Вот ты где, долговязик. Совсем обыскалась. Все уже в пещере. Один ты отличился. Бедняга. Да, жалко долговязика. В следующий раз возьмем его с нами играть. Пчеленок, зови спасателей! Лунтик, бежим! Мы пошли на экскурсию в пещеру. Я на минутку задержалась, долговязик отстал. А они внутри, наверное, стали баловаться, кричать. И вот, вход завалило. Дети, как вы там? Тут темно. И мы боимся. Мы рядом, мы вас спасем. Эх, не получится. Копать под гору очень тяжело. Понадобится день или два, чтобы докопаться. А взрывчаткой? Рискованно. Может засыпать всю пещеру. Нам понадобится техника и крепкая надежная паутина. Надо найти отверстие. Нашел! Попробуйте зацепить паутину за острый выступ. Эх, никак не достать. Эх. Я бы смог пролезть туда. Ты? Правда, правда, я очень худой. Давайте сюда. Будь осторожен, сынок. Смотрите, это долговязик, он нас спасет. Ура! Я дополз. С детьми все в порядке. Что делать дальше? Сынок, опутай сетью несколько камней, а потом отойдите подальше от входа. Готово! Давай! Настоящий герой. Предлагаю зачислить долговязика в наш отряд спасателей. Да-да, у него уникальные качества. Рост и фигура, надо брать. Спасибо. Долговязик, ты самый смелый брат на свете. Мы тебя очень любим. Ура! 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 Семья долговязика теперь гордится своим необычным братом. Ведь быть не таким, как все, это вовсе неплохо, когда ты храбрый и у тебя доброе сердце. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Полосатый и серебристый. Одуванчик лекарственный. Клевер луговой. Лютик едкий. А это? Осока удлиненная. Бубсин, смотри, картиночки. Мила, это что, кулинарная книга? Это книга о ботанике, науке, изучающей растения. Смотрите, это ромашка белая. А это колокольчик голубой. Фу! А? Фу! Бяка какая! Пупсин, ромашку белую не пробуй! Какой горький колокольчик! Голубой! Да, голубой! Фу. Что вы делаете? Растения изучаем! Невежды! Мило-ботаник! Мило-ботаник! Ой, какие красивые цветы! И какие необычные! Колотея полосатая. Колотея серебристая. О, я отыскала редкие растения. Ура, ура, ура! Пупсень, смотри, как Мила радуется. Наверное, что-то вкусненькое нашла. Хе,
сейчас попробуем. Ой, только не это! Нет, нельзя! А стойте! Это что за цветочки? Это очень редкие растения. Называются пупсень полосатый и пупсень серебристый. Пупсень серебристый? Какая прелесть! А пупсень полосатый этот, что ли? Этот! Видишь, листики полосатые? Докажи! Вот, смотри, похож? И правда похож. Вупсень полосатый. Ну-ка, дай-ка я твоего вупсеня на вкус попробую. Своего серебристого пробуй. А это мой цветок. Он несъедобный. Мой еще больше несъедобный. Нет, мой. Так что, вы их есть не будете? Вот еще. Это же настоящий вупсень полосатый. И пупсень серебристый. Вот и хорошо. Стой, не подходи. Эти цветы есть нельзя. Потому что они ядовитые, да? Потому что они в нашу честь названы. Знакомьтесь, это пупсень полосатый. А это пупсень серебристый. Так мило в книге прочла. Ничего себе! Везет же вам! А у нас нет своего цветка. А как было бы здорово. Фу, жарко. Пупсень, смотри, они вянут. Караул, все пропало. Маши, а я за Милой. Она ботаник, она поможет. Мила, на помощь. Пожалуйста, подождите, не увядайте. Пупсень, спасены! Спасибо, Мила! Какая хорошая наука, ботаника! Так, благодаря остроумной уловке Милы, Вупсень и Пупсень, сами того не ожидая, искренне полюбили ботанику, науку о растительном мире. Галатея полосатая? Галатея серебристая? Ну ты, Мила, и придумала! Вупсень полосатый и пупсень серебристый. Но иначе мы бы их съели. Да ладно, прощаем. Зато столько всего интересного о растениях узнали. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Дружба дороже. Ого! Бумажный самолетик! Дай сюда! Я первый увидел! Вот же он! Далеко улетел! Спасибо, Вупсень! Ничего не знаю! Я нашел, значит, мое! Да это Лунтик сделал! Отдай сейчас же! Ничего, Кузя, пускай забирает! Я еще сделаю! А хотите, и вас научу! Да ну, учиться еще! Я и этим играть могу! И я тоже хочу играть самолетиком! Не ссорьтесь! Вот вам другой самолетик! Какие здоровские самолетики! Можно посмотреть? Вы их сами сделали? Конечно! А вы как думали? А можете нас научить? Не! Это очень сложно и долго! Но поиграть можем дать на время, если вы принесете нам за это ягод. С какой стати отдавать им? Я еще сам не наигрался. Ты что, не понимаешь? Да мы сейчас за них целую кучу ягод получим. А самолетики и так у нас останутся. Ну да. Так, раз уж вас много, придется нам принести еще самолетиков. Спасибо. Пупсик, дуй к Лунтику, проси еще самолетиков. Понял. Лунтик, скорее! Сделай нам еще несколько самолетиков. Мы хотим другим жучкам дать поиграть. Конечно, Пупсень. Сейчас. Если хочешь, могу и корабликов дать. Давай!
Улетел. Кто уже поиграл, сдавайте Пупсиню. Вот это да! Что тут происходит? Пупсинь и Пупсинь делают для нас игрушки и дают поиграть. Только надо принести что-нибудь вкусненькое взамен. Пупсинь и Пупсинь делают? И вы приносите им за это сладости? Но мы все хотим такие игрушки. А их ведь так сложно делать. Только гусеницы и умеют. Послушайте все! Пупсинь и Пупсинь вас обманывают. Не берите у них игрушки. Вы сами их можете сделать. Вот, смотрите, Лунтик, покажи им. И совсем не сложно. Кого научить? Меня! Ну вот, теперь с нами никто не разговаривает. Зато сколько у нас всего вкусного, на неделю хватит. Да, как-то и есть не хочется. Они еще будут бумажные кораблики запускать в ручье. Я бы тоже хотел. Только кто ж нас примет? Пупсинь, а давай все вернем. Может, тогда они нас простят. Мы тут... это... вот, забирайте. И простите нас. Дружба нам дороже. Мы хотим с вами. Ну, конечно. Подождите. Возьмем вас, но с одним условием. Ведерко нектара с каждого. Кузя! Да шучу! Вот так Пупсинь и Пупсинь поняли, что дружба и доверие дороже, чем любые сокровища. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Мы тоже умные. Дельтаплан состоит из множества частей. Каркаса, ткани для крыла и специальной трапеции для пилота. Корней Корнеич, а куда крепить крыло? Вот сюда, не видишь, что ли? Да, не видишь? Это все знают. Нет, не сюда. Крыло нужно крепить к основным балкам каркаса. Делать дельтаплан своими руками очень ответственно. Тоже мне умники. Лучше бы молчали и слушали. Пупсинь, кажется, нам здесь не рады. Пойдем домой. Да, пойдем. Приветствую вас, Корней Корнеич! Нужен совет! Строим новое хранилище для запасов. Помогите, пожалуйста, сделать чертеж. И почему к Корней Корнеичу все прислушиваются, а к нам нет? Мы ведь тоже умные! Да потому что у него борода и очки! А, точно! Ну, вылитый Корней Корнеич! Первая группа направо. О, Корней Корнеич, приятно вас видеть. Взаимно. Этот план неверный. Руководить строительством буду я. Всем стоп! Слушай команду Корней Корнеича. Первая группа левее. Да, бегом! Левая группа правее. Шагом марш. Вторая группа правее. Правее, вам говорят. Эту доску наверх и эту наверх. Приколачивайте, приколачивайте. Выше, выше. Все, стоп. Готово. Сейчас рухнет. Спасайся. Теперь моя очередь командовать. Я буду Корнеем. С чего это? Ты вообще на Корнея не похож. Это я не похож? Я-то как раз похож. Не похож. Похож. А знаешь что? Я и без тебя обойдусь. Ну и пожалуйста. А теперь будем учить таблицу умножения.
дважды два будет пять. А вот и неправильно. Дважды два будет шесть. Нет, пять. Я говорю шесть. А я говорю пять. Я говорю шесть, значит шесть. А я говорю пять. Шесть. Пять. Шесть. Пять. Шесть. Мама! Я умнее. Нет, я умнее. Ну и я тебя. Молодцы, справились. Но лететь пока рано. Надо подтянуть все гайки и хорошенько укрепить каркас. Сейчас принесу инструменты. А кто первый полетит? Хочешь ты? Нет, так нечестно. Давай считалку. Так-так, ну что ж, молодцы, пора испытывать. Я полечу. А где же инструменты? А, инструменты в порядке. Стой! Я должен лететь! Ага, держи карман шире. Стой! Ребята, что тут происходит? Я тоже лететь хочу! А ну слезай! Помогите! Авария! Спасите! Корней Корнеич? Ты Корней Корнеич? Бабуля, с тобой все в порядке? И еще Корней Корнеич. Мы просто хотели быть умными. Очки и борода не помогли Вупсиню и Пупсиню стать умнее. Ведь для того, чтобы быть умным, нужно учиться, а не бороды клеить. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Пилигримы. Лунтик! Лунтик! Кузя, ты куда собрался? В поход! Ты со мной? Прогуляемся! В такую погоду? Давай лучше завтра, когда гроза пройдет. Эх ты, неженка! Не хочешь, как хочешь. Я тогда без тебя. Кузя, подожди! Кузя! Ничего не понимаю. Вчера тебе было лень даже выйти на улицу, чтобы поиграть в мяч, а сегодня в поход. Это потому, что надо воспитывать силу воли. Надо закаляться и преодолевать трудности. И вообще, сколько можно сидеть на одном месте? Пора мир посмотреть! Что? Мир посмотреть! Прыгай! Ты что? В такой шторм? Эх, слабак! Ну, тогда я один. Одного я тебя не отпущу. Здорово! Теперь мы пилигримы. Кто? Пилигримы, путешественники. Кузя, ты же никогда не любил путешествовать. А теперь люблю. Кузя, осторожней, ветка! Похоже, Кузя заболел. Заболел? Да, придется делать укол. Укол? Корней Корнеич, Кузя очень боится всяких уколов и прививок. Он из-за прививки-то в поход и пошел. Хм, что же делать? А сделайте сначала мне укол,
Кузя увидит, что это можно легко перетерпеть и не будет бояться. Почти не больно. Теперь твоя очередь, Кузя. Ничего, кольнут немножко. А может, не надо? Но потерпишь 5 минут. Убежит болезнь в окошко. И здоровье тут как тут. О, совсем не больно. Не волнуйтесь, ребятишки. Ты не прячься, муравей. А я не прячусь. Дружно сделаем прививку. Вместе будем здоровей. Да, я уже сделал прививку. Конечно, когда тебе делают укол или прививку, придется немного потерпеть. Но это не так больно, как многие думают. Недаром говорят, у страха глаза велики. Зато потом не заболеешь и сможешь также беззаботно и радостно петь веселые песенки вместе с Кузей и Лунтиком. Если хочешь быть здоровым, а ты ведь хочешь? Время с пользой проводить. На прививки и уколы ты не бойся приходить. Не надо бояться. Давайте все к нам на прививку. Не бойся, приходи. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Спасти мир. Эх, скучно. А давайте секретничать. А как это? Например, у кого какая самая-самая большая мечта? Хорошо бы дождь уже кончился. Не погулять совсем. А я мечтаю, чтобы спать не хотелось. И можно было бы играть даже ночью. А я хочу летать выше всех. Ой. А ты, пчеленок, о чем мечтаешь? А я вот мечтаю совершить что-нибудь необыкновенное. Ну, вроде как мир спасти, как герой какой-нибудь. Но я понимаю, что со мной этого, скорее всего, никогда не случится. А давайте ему поможем стать героем. На помощь! Пчеленок, скорее! Там Кузя в беду попал! Помогите! Спасибо тебе, пчеленок! Если бы не ты, я бы не выбрался! Ты мой спаситель! Да, ты настоящий герой! Что тут такого-то? Мне нетрудно было. А почему ты сам оттуда не выпрыгнул? Яма-то не глубокая. Да мы... ну так вот. Ну ладно, мне пора. Да, не очень-то большой подвиг получился. А мы возьмем количеством. Помогите! А? Спасите! Лунтику нужна помощь! Тону! Так, две дамбы мы отремонтировали. Осталось это. Но у нас не хватит материала. Придется ехать за ним в лес. Дамба может не выдержать. Прогноз погоды обещает сильный ливень этой ночью. И уровень воды поднимется. Тогда надо поторапливаться. Главное – успеть до следующего дождя. Я уже со второго раза начал понимать, что что-то тут не так. Постоянно приходится вас выручать. Мы хотели, чтобы твоя мечта исполнилась. Ты же хотел стать героем. Ну вы даете. Герои только в комиксах бывают. Я ж понимаю, не маленький же. Кстати, о маленьких. Жучиха просила сегодня сводить ее малышей дамбу посмотреть. Пойдете со мной? Конечно! Дамба преграждает путь воде, когда ручей разливается, и защищает нашу долину от затопления. Какая огромная! Тут так все укреплено, что ни одна капля воды не может просочиться. Слушайте, здесь, кажется, щели образовались, и вода потихоньку протекает. А деда Шнюка, Корней и Корнеич уехали в лес. Что же делать? Да тут ничего страшного, всего-то щели замазать. Я принесу воск, он хорошо скрепляет. Тебе помочь? Нет, у вас не получится. С воском только я умею обращаться. Вы лучше малышей отведите домой. Так, вроде все. Ох, тучи сгущаются. Вот-вот хлынет, надо спешить.
молния свалила дерево. Проезда нет. Придется искать объезд. Кажется, все. Представляете, кто-то замазал все трещины. Они заделаны воском. Причем видно, что недавно. Вот это да! Если бы вода просочилась, тут все затопило бы. А ведь кто-то вовремя принял меры. Интересно, кто же этот наш герой-спаситель? Вот так маленький пчеленок и не заметил, как совершил настоящий, большой, геройский поступок и спас мир. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Книжные приключения. Оп, опа, оп, оп. Малыш, я наберу ягод и вернусь. А ты не балуйся, сегодня Лунтик будет учить тебя читать. Ладно, мы будем стараться. Успехов, я ушла. Ура, ура, ура. Жучок, жучок, научим буквы. Не хочу учить буквы, я и без букв умный. А как ты будешь читать книжки? Ты мне будешь читать. С удовольствием, но после урока. Ну, Лунтичек, ну, пожалуйста, почитай. Хорошо, но потом учиться. В небольшом селении на краю сизого леса жил жучок Боня. Много времени он проводил за книгами. И как-то раз, гуляя по лесу, Боня забрел в удивительную страну под названием Алфавит. А жителями этой страны были буквы. Кажется, я попал в книжку. Читай. Это буква... Ой, не знаю. Лунтик же мне рассказывал. А это... Кажется... Нет, я не умею читать. Совсем не умею. Я теперь никогда не узнаю ответ. И не окажусь дома. Не плачь, жучок. Ты обязательно вернешься домой. Смотри, тут написано... Буквы. Маленькие птички летают по страничке и обо всем на свете рассказывают детям. Кто же это? Буквы! Буквы! Это был сон. Вот так у жучка Бони
появилось много друзей из загадочной страны под названием Алфавит. Ура! Лунтик, пожалуйста, научи меня читать. Вскоре жучок выучил все буквы и смог прочитать первое слово. Ма-ма. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Как в сказке. Сломали богатыри иглу Кощея Бессмертного. И Кощея победили. Победили. Вот это да! И Бабу-Ягу одолели, и Змея Горыныча, и даже Кощея. И царевну освободили. И был у них пир горой на скатерти-самобранке. Вот и сказки конец. Фух, приехали. Выгружайтесь, это наш новый дом. В какой чудесный лес мы переехали. Сам отпусти! Ай! Баба Капа, можно я метлу возьму? Мне поляну поручили подмести. Конечно, можно. Как я танцевал! Как кружился! Так кружился, что плащ зацепился. Вон какая дырища. Ах, смотрите, Змей Горыныч! А вот и Баба Яга! Лес-то, братцы, и правда сказочный. Плащ как новенький. Смотрите, игла. Так, понятно, Кощей Бессмертный. И леший с ним. Богатыри, за мной! Спасем лес от чудищ. Ага, Кощей, тебе пришел конец. Верните иголку, хулиганы! Фух, кажется, все убрал. Ты чего, карапуз? Сказок начитался? Я Вупсень, а это мой брат Пупсень. Гусеницы мы, понятно? Я Кузя, а это мои друзья Лунтик и Пчеленок. Вы что, не Баба-Яга, не Кощей, не Леший? Нет, конечно. И лес не сказочный. Ой, не богатыри! Нет тебе спасения! Держись, царевна! Богатыри здесь! Отцепись, чудовище! Спасибо, богатыри! Прощайте, мои герои! Прощай, царевна! Спасибо! Я заговорил, мы попали в сказочный лес. Мы три богатыря. Так маленькие букашки прогнали злодея, освободили царевну и почувствовали себя настоящими богатырями.